Это было торжественное открытие нового завода. Она не говорила, что видела кого-то больного? В самолете, в аэропорту? Нет, сказала ей плохо от смены поясов. В среднем человек касается лица от 3 до 5 раз в минуту. В промежутках мы трогаем ручки дверей, посуду и друг друга. Бет! Нет, иди к себе в комнату! Итак, у нас вирус без лечебного протокола и до сих пор никакой вакцины. Утром у вас был приступ. Раньше у такое есть было? Аллергия? Нет, нет, нет. Вчера ночью еще 22 случая. К сожалению, она умерла. Хорошо. Когда я могу с ней поговорить? Мистер Эмхов, ваша жена умерла? О чем вы вообще? Что за бред? Слушайте. Что с ней произошло? Что с ней произошло? Может кто-то использовать птичий грипп в военных целях? Нет смысла делать из птичьего гриппа оружие. Птицы делают это за нас. Смотрите, его движение. И нам надо знать направление. День первый. 2 зараженных. Потом 4. А потом 16. Через 3 месяца миллиард. Вот к чему все идет. Они вводят войска. Президента перевели в бункер. Начнется паника. С дороги! Все узнают. От нас утаивали правду. Уничтожь все образцы. Алло. Мне нужны имена всех, кто был в номере. Это срочно. Нельзя сейчас раскисать. Я знаю. Отвезу тебя домой. И у меня есть семья, доктор Чивер. У всех есть. Не говорите ни с кем. Ничего не трогайте. Держитесь подальше от других людей. Сдайте оружие. Мы не заражены! Он распространяется быстрее, чем мы успеваем понять, что это. Вирус мутировал. Смотрите в кинотеатрах с 13 октября, а также в формате IMAX.